Сезон дорожных ремонтов и асфальтирования грунтовых дорог в самом разгаре. В то время как одни участки уже почти готовы к сдаче в эксплуатацию, другие ждут своего обновления, в том числе за счет средств, выделяемых государством на преодоление последствий COVID-19. Вскоре дорожные специалисты должны заняться дорогами на новом строении и в Гайке. Буквально пару недель осталось до полного завершения большой парковки у домов по улице Ятнику 93 и 93А, которая призвана разгрузить проездные пути у Даугавпилсского строительного техникума. Работы с покрытием завершены, осталось лишь привести в порядок зеленую зону. Аналогичная ситуация наблюдается и на Гриве, где на ранее грунтовых дорогах Сколос, Пена, Нью-Стару завершают последние штрихи, в том числе заканчивают асфальтирование проездных путей к частным домам. В самом разгаре работы на улицах Слоку и Лепу, где ранее работали специалисты Даугавпилсуденс и были проложены другие коммуникации. Помимо качественного покрытия, здесь оборудуют и небольшую парковку. Согласно договору, все это должно быть сделано до конца этого лета. Основательное обновление ожидает улицу Фабрикас в микрорайоне Гайок, где в рамках проекта по ревитализации городской среды для улучшения экономической активности планируется привести в порядок отрезок от улицы Делсталю до улицы Централа. Тем самым будет заметно улучшены условия для движения автотранспорта как для местных жителей, так и для предприятий. Решение о кредите для этого проекта было единогласно одобрено на последнем заседании городской думы. Также на заседании Даугавпилсской думы от 15 июля депутаты одобрили идею о займе самоуправления с целью асфальтирования улиц Баускас и Гроднес. Жители этих и прилегающих улиц крайне заинтересованы в подобных преобразованиях, так как от нынешних дорог поднимается очень много пыли. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.